Сейчас тебе расскажу, когда же употребляется определенный артикль «the». Определенный артикль «the» употребляется в том случае, когда речь идет об уже известном нам предмете. Или если этот предмет уже повторяется во второй раз. Например, «where is the book?» – «где книга?» Какая книга, нам неизвестна. В таком случае мы употребили неопределенный артикль «e», потому что книга нам неизвестна, и мы не знаем, о какой книге идет речь. Второе предложение. Where is the book about animals? Где книга о животных? В этом случае мы употребили определенный артикль the, потому что речь идет о конкретной книге о животных. Здесь у нас была какая-либо книга. Мы не знали, какая книга. Здесь у нас конкретная книга о животных. Where is the pen? Где ручка? Какая ручка, нам неизвестно, поэтому мы употребили неопределенный артикль e. Where is the red pen? Где красная ручка? Конкретная красная ручка. Поэтому в этом случае мы употребили определенный артикль the.